поставлен вопрос Алиева. Конец. После тавушских событий стало очевидно, что Ильхам Алиев становится политическим смертником Турции. Внутренние события свидетельствовали о том, что Алиев стал в руках Турции инструментом, благодаря которому он мог де юре остаться у власти после июльского поражения и разбавить ситуацию, лишь разогнав МИД. Я не раз отмечал, что таким образом Алиев становится непредсказуемой региональной угрозой, но при этом первой ее жертвой станет сам. Нынешняя война – это гарантия уже не политической безопасности Алиева, а его жизни в прямом смысле этого слова. Алиев, оказавшись из-за личных задач в статусе турецкого смертника, положил на жертвенный алтарь жизнь населения всего региона, солдат, офицеров, гражданских лиц. Причем речь идет не только о гражданах и военных Армении и Арцаха. Баку завел региональный детонатор, который чреват угрозами Грузии, Ирану, а в еще большем расширении – на Северный Кавказ. Алиев стоит двумя ногами на пути преступника против человечности, по которому он либо пойдет до конца, либо этого не позволят армянская армия и армянский народ, а значит, застряв в пути, он начнет искать гарантии своей жизни, в первую очередь в Турции, которая приносит его в жертву. Для Турции в этом смысле игра имеет определенную беспроигрышность с той точки зрения, что неудача в любом случае будет списана на Алиева. Вопрос в том, кому его спишут, народу Азербайджана или какому-то фанатику,